Перед организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана поставлены новые задачи. И важно вовлечь в деятельность этой организации всех тех, кто принимал участие в боях за Карабах для решения их проблем. Об этом в ходе заседания организации заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отметил, что соответствующим указом президента в местных органах исполнительной власти создан отдел по организации работы с ветеранами Отечественной войны и семьями героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, подчеркнув важность сотрудничества организации ветеранов с этими ведомствами.